Около 50 тысяч гектаров занимают рисовые поля в Астраханской области. На всей этой площади выращен хороший урожай, и земледельцы принимают все меры, чтобы убрать его быстро и без потерь. В совхозе «Коммунар» с первых дней жатвы отличились механизаторы Семен Михайлович Попов и Кайким Каражанов. Накануне страды здесь рассчитывали получить с каждого гектара по 45 центнеров риса, а берут на 3-4 центнера больше. Труженики сельского хозяйства Астраханской области успешно перевыполняют социалистические обязательства по продаже риса государству.